Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV Comp. Сегодня покажу, как настроить эмулятор RPCS 3 для того, чтобы поиграть в игру Bleach Soul Resurrection. Видео делаю по просьбе одного из подписчиков. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Последнюю прошитую сборку. Мною она уже скачана, разархивирована в корень диска C и настроена. Я покажу как. Геймпад я настраивал таким образом, потому что играю на клавиатуре. Те, у кого есть настоящий джойстик, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на видео в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Правая кнопка мыши, Change Custom Configuration. Здесь все так. Я себе Full HD поставил, но игра не требовательная, поэтому можно и выше, наверное. Будет тормозить, не делайте Full HD. И вот эта галочка обязательно. И также вот это не помешает. Apply Save Configuration. Bat with Custom Configuration. Первый уровень я уже прошел, но давайте еще раз его пройду. After the war at the Soul Society, Ichigo Kurosaki returns to the world of the living. However, Aizen has... Обламываем, нас интересует геймплей. Различные комбы. Разберемся. Let's go! Это эмулятор. Поехали. О, куда это я нажал? Стрелкой показано, куда идти. Сейчас будет файт. Следующий. Вас много. Можно и вручную. Тогда не уловили. Thank you. Who are you guys?
Здорово. You really an Arrancar? You're so different from the Arrancars we met in the world of the living. Come to think of it, you guys are being blessed by the Здравствуйте. Ну что, панцирь, что ли? Ого. Это что за башня? Строя. Вот это пенды. Ну вот и все, первый уровень пройден.
Ладно, все показал, все нормально здесь. Работает. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал spvcomp. Ставьте лайки и заходите на наш сайт spvcomp.com.